Так, приступаем к вязыванию рук. Руки у нас тоже на каркасе. Вот внутри проволока проходит. Тело тоже на каркасе. В данном случае это в этой игрушке. Хотя, в принципе, принцип вязывания рук и для игрушки без каркаса полностью одинаковый. Так, нам необходимо сейчас отметить с помощью дополнительных маркеров, где находятся наши руки. То есть в каком месте мы их будем вязывать ввязываются в первом ряду 4 петли 4 петли руки и соответственно 4 петли тела соединяются эти 4 петли надо отметить располагаем их таким образом чтобы расстояние по груди между этими крайними петлями ввязывания будет 12 петель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А по спинке расстояние будет 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В данный момент на маркер начала ряда не ориентируемся. Мы его будем сдвигать. Он ушел у нас в бок. Как мы устанавливаем? Мы просто смотрим ось симметрии игрушки. От оси симметрии откладываем в эту сторону 6 петель, в эту сторону 6 петель и в седьмые вставляем маркеры. То есть, получается, между ними останется 12. Потом от них отсчитываем 2 петли и вставляем маркер. То есть, всего 4 задействованы. И в эту сторону тоже 2 петли вставляем маркер. Вот так сажаем игрушку. Ну, я сажаю, потому что у меня тут расстояние маленькое. Вы можете просто посмотреть. И смотрим, где правильно ли расположились, симметрично ли расположились эти наши будущие руки относительно тела. Нет ли вот так вот влево-вправо перекосов? Вот так. Вот сейчас вот я смотрю, если посмотреть, то у меня руки будут, если вот тут присоединены, вполне будет хорошо смотреться. То есть о симметрии я определила правильно. Можно даже отдельно веревочкой вот ее вот так вот провести. Если, например, визуально вы не видите, разделить ваше тело вот так вот между ног вот так пополам. И от этой веревочки отсчитать в стороны. Вот так вот. Отсчитать и потом э, отметить, как я сказала. Вот так вот. И теперь сзади получается между э, маркерами 10 петель. По, делим пополам, будет 5. Отсчитываем. Раз, два, три, четыре, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот тут должна оказаться наша маркерная нить. То есть необходимо провязать 2 петли сдвига. Две петли сдвига провяжем, и у нас маркерная нить окажется на нужном месте. Так. Раз. Два. Теперь можно будет спокойно по схеме начинать вязание следующего ряда. Так, теперь берем наши руки. Руки должны располагаться. А вдоль, вдоль нашего тела пальчики должны смотреть вот так вот, если видно. Вот. То есть они должны не влево, вбок, не туда, не сюда. То есть прикладываем. И чтобы пальчики были вот тут вот. То есть вдоль тела идут руки. И пальчики на нужном месте. И приложив так, уже присоединяем к нашим маркером соответствующие петли на руке. Тут у нас сейчас в данном случае проволока, если вы вяжете с... Она немножечко мешается, но все это можно потерпеть, зато игрушка будет каркасная. Так, значит, берем петельки и те, которые находятся друг напротив друга, маркерами соединяем. В принципе, если вам неудобно соединять маркерами, делать это не обязательно. Можно по ходу вязания прислонить и провязать. Это я просто делаю заранее, чтобы вам показать, как это будет выглядеть и что сделать в фотографии процесса. Да. Так, присоединила, проверяю. Правильно ли рука расположена? И точно так же присоединяю вторую руку. Присоединим и начнем вязывать.